я? Где я нахожусь? Давай! Куда? Ай! Что ты делаешь? Не убивай меня! Камеру быстро! Ладно, иду, иду! Камеру! Ладно, ладно! Сергей Сергеевич, вы что делаете? Я арестовал вас за то, что вы... Я ничего не делал! Все это доложил Иван Иванович. Иван Иванович, уже его отправили в пустоту давным-давно. Вы чего? Он выбрался. Как выбраться? Это же невозможно. Ну, он сказал, что он изменится. Вы правда ему поверите? Серьезно, что ли? Вытаскивайте меня, это пранк какой-то. Сегодня не 1 апреля. Нет, добро пожаловать в корабль. Мы вас возим в тюрьму. В смысле? Это что там за тюрьма? Я узнаю эту тюрьму. Это что, старая тюрьма? Нет. Ну, как бы она похожа, но там есть камеры для крыс. Ты тоже полицейский, да? Здравствуйте. Вы там охраняете его, если что. Так, давайте. Смотрите, у меня печенька есть. Я что, буду воровать ее? Нет, мне это не надо. Я не буду воровать ничего. Совершенно отрасли будешь есть. А, не буду я их есть. Что в сундучке у меня есть тут? Ничего? Зачем тогда его ставить? Мы сделаем только для того, чтобы ты хотя бы посидел на несколько дней. В следующий день мы поедем уже на другую тюрьму. В другую тюрьму? Ладно. Это не... Я не хочу это есть. Не буду даже. Не думаю. Ешь. Нет. Ладно, товарищ капитан. Я его Я его буду следить за ним. Вы можете идти отдыхать. Да, да, да. Да, хорошо. Смотрите. Если он спешит... Если он спешит, то вы... То значит, вы плохо сидите, и я вас понижу. Да, мы поняли, Сергей Сергеевич, можете идти? Да, понял. Помоги мне выбраться, пожалуйста. Я прошу тебя, чтобы тебя спасти, потому что я знаю тебя. Да, да, я тот самый, которого очень много запирали в тюрьме. Слушай, ну тебе чего пока сейчас не надо выбираться, или нас спалят. Ну, почему? Смотри, ты должен что-то... Я могу открыть тебе дверь, но смотри, ты должен тут пока найти что-то, пока я сюда не пришел. А, стой, Сергей, сюда идут. Чё, ты зачем его отпустил? Ничего не было! Я не отпустил его! Всё, вы оба, будьте арестованы, вырубаю его. Зачем? Зачем? Это же обычный охранник, полицейский. Он тебя отпустил. Не отпускал он меня, Сергей Сергеевич. А это умён тебя. Вы что так изменили за все это время? Я сейчас вас сам вырублю. Ты тоже вырубаешь. Надворный меч, опа. Вырублен. Опа, все, вырублены. Нет, я не вырублен. Ты попробуй меня убить там. Я убываю отсюда! Моя рука! Боже! Чего? Да ты еще плаваешь! Сейчас я вас подсушу в тюрьму! Да нет, я сбегу! Снова что-то за вторжение! Нет! Зачем? Всё. Что ты с ним делаешь? Все, минус вырубание. Нет, я не пойду. Я ухожу. И теперь ты будешь минус вырубание. Нет, я не вырублюсь. Я буду бежать. Все. Быстрей. Бежать. Так, вроде я помню это место. Все, бежать, быстрее. Что происходит? Я тебе помогу, охранник! Так, ладно. Я почти тебя вырубил. Почти.
Да попробуй догони, мне надо помочь охраннику. Вы своих охранников убиваете. Сергей Сергеевич, вы очень плохо изменились за все это время. Он отпустил тебя. Он... А это запрещено. Он меня не отпускал. Не отпускал. Если арестован, то арестован. Ну он же... Молния. Я думаю, она не в него там. Сейчас я тебе помогу, подожди. Что за... Я тебе сейчас помогу. А, где я? Стоп, о, ты тоже здесь? Ты уволен. О. Что? Нет, не надо. Да, зачем? Вы что таким плохим стали, Сергей Сергеевич? Вы как Иван Иванович. Смотрите, семья может навещать тебя. И мне жалко тебя, охранник. Мы выберемся отсюда, я обещаю. Нет, нет, вы не вы. О, кстати, ты, кстати, вырубил зады, даже не заметил. Ну, я знаю, что я не заметил, но я бежал. Нет, я отказываюсь. О, да вы сказали мой секрет. Я хотел вас искать. Я знаю, что тут трехслойная защита, поэтому нам нужен другой план, чтобы выбраться. И какой же план мы придумаем? Потому что... Я слышу вас. Смотри, когда я был в отключке... Уходи отсюда, Иван Иванович! Все свои вещи, не успел выйти. Вот я спать. Так вот. Хотя... Но сейчас нам нужно выбраться. И как же мы выберемся отсюда? Дай-ка попробую, Опа! Отлично! Так, дверь пошла. Типа мы там. Ой, извини, пожалуйста. Давай теперь уплываем. Быстрее, уплываем. Он нас не заметит? А куда мы сейчас идем? Нам не знаю, но мы должны найти деревню. Город, пошли в город. Город, нам нужно в город. Деревни там никакой нет, я знаю, где город. Пошли, пока он ничего не заподозрил. Он поплыл за нами. Хорошо, он поплыл за нами, быстрее. Что? В город. Город, быстрее, за мной, в город. Посмотреть, перед тем, как спать. Стой, подожди. Быстрее, я вижу город уже. Он сейчас убьет тебя. В смысле убьет? Помоги мне. Надо доплыть до города. Так, ну что ж, мы с тобой сбежали. Побежали быстрее. Мы сейчас с тобой в городе, мы сбежали от этого Сергея Сергеевича. Мы с тобой сбежали от Ивана Ивановича. Он полностью прогнился. Это не Иван Иванович, это Сергей Сергеевич. Он просто я не знаю, что... Да, это Сергей Сергеевич, а не Иван Иванович. Странно. Почему, когда я был на работе, его работе, я слышал, что его назвали все Сергей Сергеевич. Иван Иванович. Ну, их всегда путают, ведь они очень похожи на друг друга. Ладно, нам надо какой-то дом найти. Ну какой? Чтобы мы тут жили. Смотри, этот дом подойдет. Так, зомби, на тебе. Тоже приспешники Иван Ивановича. Это Иван Иванович, но смотри, здесь в городе. Ладно, давай бежим. В дом. В какой? Вот этот вот. Вот этот? Фиолетовый? Да, в нем мы сможем спрятаться. Тут ничего нету. Надо идти в этот. Надо идти в белый. Идем сюда. Белый, давай, сейчас идем. Так, стоп. Ты где сейчас находишься? Я тут. Так, давай, заходим. Давай. Заходи. Сейчас нам не найти Ивана Ивановича. Это, или Сергей Сергеевич. Это Сергей Сергеевич. Погнали. Вдруг тут Иван Иванович тоже есть? Если Иван Иванович, то он нас не найдет. И тут почему-то все закрыто. Давай, нужно открыть все. Странно, ладно, давай перечтем в подъезд.
Давай переждем в подъезде. Думаю, ничего плохого не случится, пока мы тут стоим. Если увидим этого Сергея Сергеевича, то сразу убиваем его. Или даже тоже что-то с ним еще что-то делаем. Я думаю, что Сергей Сергеевич пока не найдет нас, потому что я убрал с нас маячок, который он у нас нацепил. Да, это точно. Что? Где я? Слышу какие-то шаги. В смысле? Дай посмотрю. Так, стоп. Ой, нашел квартиру, я нашел квартиру. Смотри. Вот. Нормально же. Так, ладно, я пошел спать, короче. Уже поздно. Уже поздно слишком, я пошел спать. Что? Что? Иван, Сергей Сергеевич, что вы тут делаете? А я вас шпионил. Шпионим. На. Ой, нет. Все. Нет. Сергей Сергеевич, вы что?